В Ленинском районе полицейские выявили точку по изготовлению незамерзающей жидкости. В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия в поселке Володарского сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен склад. В помещении текстильной фабрики преступники изготавливали и хранили незамерзающую жидкость. У нарушителей закона было изъято более 40 тонн контрафактного товара. Замерзайка? Да. Вы производили? Да. Жидкость содержала в себе опасное химическое вещество – метанол. Его испарения вредны для здоровья человека. По этой причине Следственным комитетом Московской области возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса. За нарушение условий хранения и сбыта продукта нелегальным бизнесменам грозит лишение свободы сроком на 10 лет. Всех подозреваемых проверили на причастность и к другим преступлениям.